Всем привет! Спасибо, что смотрите мое видео. С вами Миронова Виктория. Сегодня мое видео посвящено одной неприятной теме. Ох уж эти трещины! Всегда наши ноготки ломаются в самый неподходящий момент. Еще зараза так глубоко, что никак не обрежешь. С ужасом вспоминаю времена, когда мы придумывали 1001 способ, как спасти беднягу. Кто помнит пакетики от чая? Сейчас все намного проще. В этом видео показываю один из моих любимых методов. Первым шагом было нанесение праймера для лучшей сцепки твердого материала с ногтем. Тонким слоем нанесла базу, просушила 15 секунд. Беру акрилатик, в данном случае это Атика, наношу на ноготь и кисточкой, смоченной в спирте, расправляю материал. После полной просушки в лампе приступаю к опилу. Твердосплавной фрезой убираю все неровности на поверхность. Убираю толщину. Дорабатываю все недочеты пилкой. Алмазной фрезой вычищаю остатки материала из-под ногтя. И вуаля, теперь ноготь спасен. Можно перекрывать любимым красным лаком. Спасибо, что досмотрели до конца. Если мое видео было полезно для вас, ставьте лайк и, конечно, подписывайтесь на меня, чтобы не пропустить много важной инфы для себя. Пока-пока!